Bonjour, monsieur. Nous réservons deux chambres. À quel nom? Nom? Demidkov. Да. C'était deux chambres pour une nuit, c'est ça? Oui. D'accord. Oui. Что, еще нельзя, да? Нет, он спрашивает, два номера... Говорит, два номера на одну ночь? Я говорю, да. Два? Да. Ну а как? Это же Формула-1. Здесь на четверых не бывает номеров. Максимум на троих. Раньше мы на троих снимали. Когда раньше? Ну, когда дети маленькие были. Я не помню. Когда дети совсем маленькие были. Ты спал один? Нет. А кто? Там а я не помню. Там ночевали здесь с детьми. Нет, ну, было дело как-то. Нет. Номера на троих, и дети спали как-то. Там кровать типа Формулы-1, так сказать, одна двойная сверху, и, значит, сверху одинарная. Было. Что, я не помню. Коды для доступа в туалеты. Okay, so for the two rooms, it's 488, please. Yes. Nous besoin le petit déjeuner. Le petit déjeuner pour deux. Oui. Pour quatre personnes, deux. Deux enfants. Deux enfants. Deux enfants. Donc pour six personnes au total. Oui, petit déjeuner moi j'ai. Quatre personnes. Так, сейчас я попробую вот этой картой заплатить. Это код. Ну а как? По цифрам. Все по цифрам. Думаю, le petit déjeuner, c'est de 5h30 à 10h30. Oui. Voilà. Dans la salle tout au bout. Donc ça vous fait 106 euros, s'il vous plaît, à régler. Par cœur. Allez-y. Ça va bien? Oui. Они легкие. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 2, 4. В смысле? 49 у нас 24. А? Payment refused. А. Где что-то 1, 2, 3, 4? Ты чего, не то? Денег нет? Не знаю. Я хотел на халяву. На халяву? Что, запоминать все эти шесты? Да. Какой кошмар. А если я их забуду, тогда что? Значит, подойдешь к ресепшн, все на то ли выпадет. Ой. Сигнатю. Окей, take it up. Забирай. Ты не сфотографируешь, на сколько телефон? В любом случае, туалет есть. Да ладно. Да, нет, туалеты у нас свои будут. Конечно. Alors, vous serez chambre 147 et 148. Oui. Les deux sont au premier étage. Oui. Premier étage. Et en bas, c'est les codes pour rentrer dans la chambre. Il faut taper le code et ensuite ouvrir la porte. C'est pour la toilette, pour la douche, non? Non, non, ça c'est le code pour rentrer dans la chambre. Oui. C'est la clé de la chambre. Oui. C'est ça la clé. Vous tapez le code et vous ouvrez la première. Comme les ça. Les toilettes dans la chambre. C'est dans le couloir.